Идем на знаменитое место Бланка Лейк. Сначала вверх, потом вниз, потом красивое озеро, потом по желанию купания, потом опять наверх, потом опять вниз. Ну, короче, вы поняли. Идем на перевал, и там как раз красиво. Там супер. Будет вниз и озеро вдалеке. Там будет прикольно. Озеро это уникальное, необычное, очень красивое. И оно только недавно растаяло. Ландшафты немного поменялись. Появились клевые камешки. Ничего особенного. Но разнообразие всегда приятно. Поднялись мы 2400 футов. Идем. 1:40. Где-то, наверное, скоро уже будет спуск вниз. Я уже рад, что мы сюда пришли. Выглядит классно. Очень многие вспоминают про этот пруд, что он ничто по сравнению с красивым озером, к которому мы идем. Есть шанс, что озеро, к которому мы идем, прозрачным не будет. Оно будет бирюзового цвета. Бирюзового, матового. Такого прям. Марта говорит еще милю. А смотрите, как удобно. Нам еще милю пилять, а вы через 20 секунд или меньше его увидите уже. Вы, блин, просто посмотрите. Оп. А? Красиво? Ну, посмотрите на это. Просто молоко. Место необыкновенное. Вы посмотрите, какая здесь красота. Просто офигеть. Это все растаявший снег, который вон там, вот это ледяная вода бывшая. Точнее, она сейчас ледяная. Но когда-то это был снег и лед. Когда-то это 3 недели назад. Че, мы идем? Мы идем. Вода ужасно холодная. Марта самая смелая. Сейчас выход из воды. Выходить очень хорошо. Ужасно холодно, блин. Давай вниз. Что там мочишь попу? Давай вниз. О, божечки. Божечки-кошечки. О, красиво. На одном дыхании. Давай, надо тебе сфоткать еще. Постоишь? Нет, красивенько, да, я делала. Да, красиво. Даже не матернулась. Саша красиво сел. Скользкая кожа. Может, у тебя просто плоская нога? Типа вот, смотри, изящно. Только... Изящно спортсмен в красных трусилях. Короче. А теперь вниз. Наверное, надо вниз теперь. Так, вот это не надо. Ничего так место, да? Я сейчас тоже пойду. Тут какая-то мемориальная табличка. Какой-то геологический опрос. Лезем по необорудованному трейлу. По грязище буквально. Сейчас бы не навернуться по этому всему. Вон там единорог Сережа плавает. А вот это впереди ледник белый. Это Columbia Glacier. Саша все знает. Возьму с полки сухофрукт. Колчак отдыхает. Стой, Андрейка. Все, ушли мы из красивого места. Вообще не хайк, а будто на пляж сходили. Корешки. Упало деревце. Ну, как хайк? Отличный хайк. Отличный хайк. Как будто бы на пляж сходили. Ну. Здесь очень далекий пляж.